Так, мало кто знает, что в Германии в магазине Netto вы можете абсолютно бесплатно получить 1, 2 евро и 3 евро и более, короче. Сейчас я вам покажу этот лайфхак, вы будете в шоке просто. Смотрите, приезжайте вот в такой отдел, там где продается кефир. Берете вот такой бутылочке кефирчик, раз, ставим кефирчик. Затем берем еще один кефирчик, второй вот такой, второй поставили. Затем берем еще один кефирчик, вот такого, третий. Три кефирчика вам поставили. Теперь еще один четвертый возьмем. Сейчас дата нормальная, нормально. Взяли четвертый кефирчик. И, ну, пятый, да не надо, короче. Я вам покажу на евре, как это сделать. Все, поехали со мной теперь, смотрим. Едем, ребята. Знаете, куда мы едем? Сейчас я вам покажу. Приезжаем вот в такой вот аппарат. Вот, берем, короче, бутылочку, раз. Засунули, уехала. Берем вот бутылочку, два. Засунули, уехала. Берем бутылочку 3, засунули, уехала. Берем бутылочку 4, засовываем, уехала. Теперь, короче, получаем еврик. Получили еврик, ребята. Пользуйтесь. Можете хоть 10 евро так, целую тележку набрать себе, кефира закидать. Сейчас на кассе я получу евро деньгами. Вы что думаете, немцы такие тупые ребята? Да смотрите вы, размечтались. Смотрим сюда. Вот 4 пустых бутылки, вот 4 полных, видите, полные, слышно, да? А теперь сюда ложим, опачки, нифига, аппарат говорит, я не приму ее, она полная. Теперь берем, смотрите сюда, пустую, ну вон, засовываем, и пустая уехала. Еще раз вам показываю, полная, засовываем, а она не поедет. Так что не мечтайте. Немцы продуманные ребята, так что как-то так, но никак иначе.